все-таки давайте мы сделаем антицеллюлитное масло. Очень-очень простое. Авокадо. Виноградная кость. Вы знаете, нравится мне так лить. Очень удобно. Масло фукуса. Вообще, мне кажется, такая штука должна быть у каждой девочки. Это водоросли. Вернее, это мацераты из водорослей. Но эти водоросли помогают, в общем-то, выполнять одну главную функцию. Они стимулируют кровообращение. А для чего нам нужно стимулировать кровообращение? Ответ очень простой. Во-первых, это мощный антицеллюлитный эффект. Без синяков, с хорошим разогревом. Второе, это стимулирование кровообращения в коже головы, если вы в небольших дозировках будете это добавлять в шампунь. Тоже классная штука, особенно для тех, у кого волосы выпадают. Я все-таки думаю, как вы думаете, в хрюшку это залить? Или вот в такой спрей? По практичности спрей, конечно, универсальный. А хрюшка колоритнее, ну согласитесь. Я уже подумала, что вот в спрее будет очень удобно для баночного массажа. Четверть чайной ложки фукуса. Кстати, фукус, он более такой ядреный, чем ламинария. Ну что ж, мы получили вот такую штуку. Нам принесли еще масло лимона. Конечно, сюда можно добавить еще экстракт красного перца, но он жжется даже через банку. 15 капель масла лимона. Заливаем. Я сделала не целый флакон, предупреждаю, потому что я думала сначала заливать в хрюшку или не в хрюшку. Вот для хрюшки этого бы хватило.